Вместе с теплой погодой в Приморском крае активизировались змеи. Сегодня кадрами греющегося на солнышке незваного соседа поделилась одна из жительниц района Междуречья в Уссурийске. Змея уютно кувыркалась под теплыми лучами вблизи жилых домов. В комментариях отметили, что на опасного щитомордника или гадюку малыш не похож. Скорее всего, это был безобидный ужик. А вот в окрестностях мыса Посека Находкинского городского округа путешественники встретились с ядовитым щитомордником, но благоразумно уступили дорогу опасному хозяину тропы. Я даже не знаю, кто это, но мы, пожалуй, пока подождем, когда эта красавица уйдет.